Подмосковье на Уле 25 сентября ожидается пасмурная погода, дождь со снегом. Ветер западный, северо-западный 2-6 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью 0 плюс 1, днем плюс 1 плюс 5 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается переменная облачность, дожди, вероятны снег с дождем. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 1, плюс 2, днем плюс 5, плюс 6 градусов.